гирлянда нить на 200 диодов имеет тонкий, гибкий, прозрачный или черный провод длиной 13,5 метров. Диаметр диодов 5 мм. Горят диоды очень ярко, бывают разных цветов, как на черном, так и на прозрачном проводе. Каждый цвет по-своему красив, его надо выбрать соответственно цветовой гамме игрушек на елке или же согласно интерьеру помещения. Гирлянда идет с контроллером, то есть может гореть в нескольких режимах, от постоянного горения до мерцания. Диоды не нагреваются, не плавятся, независимо от того, сколько гирлянда находится в режиме работы. А питание у нее от сети 220 вольт. Такие гирлянды используются внутри помещения и будут эффектно смотреться как на елке, так и в качестве интерьерного украшения.